Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самоэль, и это уже 17-я серия летсплея Прогресс. И сегодня мы займемся созданием промышленной центрифуги. За кадром я сделал вот подобную систему. Это флюид контюит жидкостный для бензина и энергии. Здесь идет вода, здесь находятся двигатели, также здесь идет редстоун сигнал, и отсюда передается энергия по продвинутым энергетическим кабелем на 512 МЖТ максимум. Это резервуар с бесконечной водой, это, пожалуйста, переключатель. Далее внизу в подвале, там довольно сложная разводка уже получается. Пускай фигня. Получается, топливо идет туда, там есть потребление. Потом отсюда оно приходит. Энергия идет на рефайнере. И энергия идет в МЖ-сеть, и энергия идет на лазеры. Ну, собственно, эта система, конечно, не очень сложная, но не очень простая. Построить ее было довольно-таки быстро, я все это сделал. Но поскольку, опять-таки, не знал, как точно все это делается, то решил на камеру это не снимать, свои попытки, какие-то глюки, может быть, к сети были. Также я сделал фасады, кондюит-фасад. Делаются они довольно-таки просто, где вот сейчас найдем кондюит фасады. Но они же где-то были. Ну, я же их видел. Я же их сделал даже. Вот, пожалуйста, кондюит фасад. Вот он. Вот как он делается из кондюит биндера, который делается из этой штуки. Ну, в общем-то, фасад довольно дешевый. Его можно покрыть, как любой другой блок. Также, если мы этот фасад берем в руки ключик, то мы видим, какой из блоков является фасадом и какая труба там проложена. Ну вот, давайте с этим ключиком походим, то мы таким образом можем увидеть, что у нас здесь фасад, то есть, собственно, все дырки закрыты фасадами. Выглядит это довольно красиво, хотя для Майнкрафта, ну, немного странно. Да. Ну, это нормально, это красиво. Это не так заметно, вот эти всякие трубки и так далее. Но сегодня мы занимаемся не этим, мы занимаемся промышленной центрифугой. Я произвел, нержавейка у нас есть. Также у нас есть некоторое количество обычной стали. В доменной печи все это производится, конечно, гораздо быстрее. И давайте сделаем именно эту самую центрифугу. Центрифуга. Да, есть обычная, термальная и есть индустриальная. Нам потребуется 3 стальных корпуса. Не думаю, что это будет для нас особо большой проблемой. Берем просто бронзовый ключик. 1, 2, 3, 4. Допустим, будет 4. Первым мы производим экстрактор. Так. Экстрактор, пожалуйста. 2 краника. Как так? Ах, да, у нас нет микросхем. И... Так, 8 штук нам нужно на, собственно, продвинутая микросхема на центрифугу. Соответственно, мы сможем сделать... нам нужно... Прекрасно. Опять не хватает Red Alloy. Давайте его быстренько сделаем. К сожалению, приходится. Вот Redstone на самом деле уже не так много остается. Red Alloy реально требуется просто в очень большом количестве. Ну и не то, чтобы это хорошо. То есть, да, производство слитков довольно-таки быстро, но в плейтбендинг машин все это производится жутко медленно. Я не знаю, правильно это или нет. С одной стороны, ну, производство деталей, прикрафт, это как бы всегда хорошо. Просто по той причине, что. Просто по той причине, что надо готовиться к какому-то определенному крафту, и нельзя все это сделать на коленке. Ну, то есть надо готовиться. Это хорошо. С другой стороны, ну не знаю, может быть, Грег переборщил с этим прикрафтом, поскольку производство пластин достаточно долго, и причем оно. Эти пластины делаются в машине, но не очень дешевой.
Plants Bedding Machine, понятно, что на поздних стадиях игры ты можешь позволить себе их больше, и все это работает в режиме уже прекрафта именно. Но все равно, извините, я немного замолкаю иногда, просто потому что мне надо еще и крафтить, и думать о том, что я крафчу. Так вот, на поздних стадиях развития игры это тебя уже не будет так беспокоить, потому что это будет работать в режиме прекрафта. Но до этого, собственно, это все довольно-таки сложно. Кстати, здесь, раз в прогрессе у меня развитие довольно-таки быстрое, то есть у меня еще нет 20-й серии, а вы видите, сколько всего. И в скором времени я запущу карьер. Что тоже не может меня не радовать, просто это без сомнения прекрасно. Далее продвинутые микросхемы. Ляпис лазурит. В любом случае, нам нужна только одна центрифуга, больше мы сделать не сможем. Все, одна центрифуга готова. Давайте. Так, что же нам делать? Ну, в общем-то, можно все это перенести каким-то образом. Каким-то образом все это перенести сюда. Но я пока не знаю, как все это будет. Это получается. Это ручные машины, да? Ну, в общем-то. Так, надо подумать, конечно, здесь по-хорошему интерфейсы поставить. Давайте посмотрим, как у нас делается интерфейс, ME-интерфейс, в который можно, ну, короче, складывать все вещи. Конверсионная матрица, ME-кабель. Ну, в общем-то, мы можем это себе позволить. Наверное. Так, сколько? Для конверсионной матрицы нам не хватает, конечно, флюкс-даста и незеркварцевой пыли, что, конечно, не очень хорошо. Так, в этом слое все равно ничего нет. Пыль адского кварца, да. Наверное, по возможности. По возможности, конечно, хотелось бы поставить сюда. Ну, короче, самые продвинутые улучшатели, которые октадик капаситоры называются, они увеличивают в 8 раз мощность. Соответственно, и потребление энергии, и количество. Ну, то есть все увеличивают в 8 раз, по сути. Все показатели машины. Но пока что это слишком дорого для меня. Все. Пыль крепкого кварца кончилась. Давайте сделаем, ну, 6, ладно. Пусть будет 6 интерфейсов. ME кабелей хватит. Процессоров тоже хватит. Ну, все, щелк. 6 интерфейсов и некоторое количество ME кабеля. Интерфейсы, ну, получается. Получается отсюда, что ли. Ну, потом я еще посмотрю, как это удобнее всего сделать будет. Так. И вот так. Все. Подсоединено, собственно. Далее. Как к ним подать энергию? Можно поверху и понизу. Ну, как вариант, да. Если мы первую машину ставим, индустриальную центрифугу сюда. Да, ME-контроллер мне не нужен открытый. То энергию мы подаем по низу. Соответственно, нам потребуется. Так, не сюда зашел. Медь. И резина. Энергия. Где у нас ближе всего энергия? Энергии особо близко нет. Но можно сделать хитрее. Где у нас ключик? Я же с собой всегда носил ключ. Бронзовый ключик мой. Ого, у меня, оказывается, целых два. Ну ладно, пусть будет один ручной, другой в объесете. Мы можем эти генераторы свинтить и поставить их в подвале. Вот такой ход конем. В
будет, можно так сказать. Таким образом, они будут как можно ближе, собственно, к вот так, где-нибудь здесь. Они будут как можно ближе к самим машинам. Это позволит минимизировать потери энергии, либо вообще их избежать. Так, что-то я не то сделал. Да, давайте. Жидкостной генератор. Но они уже начали работать. И, собственно, топливо пошло. Конечно, по-хорошему. А, по-хорошему нужно еще четвертый рефайнер поставить. И... Ну ладно. Четвертый рефайнер поставить не всегда успеем. Алмазов пока у меня нет. Точнее, они есть. Но ох. Ох, как мне не хотелось их тратить. Просто по той причине, что у меня их совсем мало. Так, это у нас промышленная центрифуга. И кабели надо вести здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, не МЕ, а обычные провода. Ну да, потери здесь, конечно, будут. Ух ты, блин. Вот. Я тупой. Ну, извините, уважаемые зрители, тут придется, конечно, восстанавливать. Тут придется все восстанавливать, причем восстанавливать с помощью креатива. Ну, как вы понимаете, я не могу просто так взять и потерять мне, собственно, центрифугу. Так что пока что пауза. Ну что ж, мы продолжаем, уважаемые зрители. И центрифуга поставлена. Я сюда воткнул трансформаторный апгрейд. Ну, в общем-то, все в порядке. Обошлось. Извините за применение креатива, но по-другому никак просто. И первое, что мы будем, конечно же. Да. Боксит. Переработка боксита позволит нам получить титан. Из настоящей бокситовой пыли 39 мы уже получаем одну кучку титана. Переработав 2 стака пыли, мы сможем спокойно получить... Да, переработав 2 стака пыли, мы можем спокойно получить титана на... На самом деле, на 1,5 карьера. Где-то так. В принципе, генераторы работают, и сюда можно перенести все остальные машины. Но нельзя забывать, что для каждой машины требуется трансформаторный апгрейд, которого пока что нету. Поэтому я могу перенести только машины, которые могут потреблять 128 единиц энергии за тик. А на данный момент это только электролизер. Ну, электролизер на боксита я запустить не могу. Зато я могу запустить электролизер на темный пепел. Почему бы и нет? Да, Dark Ashes. Вот. Все, пусть работает. Переработка темного пепла в карбон – это такое довольно-таки важное занятие. Ну и тут еще проломал. Мрамор. Кстати, мрамор я снова накопал, и с помощью черепашек в том числе. Так что мрамор у меня теперь опять много. Опа, как красиво. Вот, посмотрите, как красиво движки делают. Ну ладно. Главное, тут с водой это все в порядке. С водой все в порядке, с топливом не все в порядке. На самом деле, столько движков, работающих постоянно, мне не нужно. Так, я думаю, будет достаточно. А что, охлаждается фигня? А, она охлаждается, поэтому тратит всю воду. Вот как-то очень странно на самом деле. При выключении, вот это вот странное очень охлаждение у движков, которое называется «Главное, ты меня не выключай». Ну и здесь продолжается, собственно, боксит перерабатываться.
крошечные кусочки гранулярной пыли. Ну, полезно, наверное. Но не сейчас. О, Warp Table. И здесь карбон тоже производится. Ну, пока что его давайте в ME сеть закинем. По-хорошему еще Plate Bedded Machine бы запустить. Потому что тоже нужна. Но для этого нам нужны трансформатные апгрейды. И для этого нам нужны микросхемы, насколько я помню. Транасформер апгрейд. Вот он самый. Так, это крутой трансформаторный апгрейд, а вот обыкновенный. Да, два золотых кабеля. Ну, в принципе, можно, конечно. Можно, да. Наверное, хотя бы парочку таких апгрейдов мы сможем сделать. Так, кабели и железные пластины. Так, пластины у нас наверняка в прокатном стане находятся. Да, кстати, вот это столько билдкрафтовских труб, что-то когда-то их было меньше. Я точно могу сказать. Вот это мажорский фасад из лазури, из блока изумрудов. Так, электросхема. И трансформаторный апгрейд. Золотой кабель. Ладно. 8, допустим, золота. Мод. Экструдинг, все верно. Давайте подождем хотя бы 4. Нам на самом деле нужно 4. Все, 4 золотых кабеля есть. И резина. 4 такие фигни. А далее, обыкновенный. Здесь мы производим очень и очень легко. На самом деле, эту фигню мы... Я не знаю. Может быть... эту фигню можно производить по старому рецепту. А из этого кабеля можно сделать двойной изоляции золотой кабель. Каким-то образом. HV-трансформатор Лоскана. Ну, получается, что просто из медного кабеля делается. А, на самом деле она никак не делается. Это MV-трансформатор, поэтому давайте... Придется просто взять его из креатива. Количество 2 штуки. Они даже не стакаются. И быстро вернуть рецептный мод. Ну, то есть, я не знаю, это глюки. Это попросту глюки. И вот они, 2 трансформаторных апгрейда. Мы их ставим в plate bedding машину и в металл А. Металлформер, по-моему, так работает. Ладно, за кадром проверю. Подбанят машину и в дробитель. И снимаем. Снимайся. Снимайся. Один трансформер апгрейд, один трансформер апгрейд. И ставим, собственно, эти машины с трансформаторными апгрейдами. Далее. Здесь у нас интеграционный контур. И что, где, как, каким образом. Каким образом эти слитки попадают. Все это очень странно. Ну, я думаю, на этом стоит заканчивать серию. Центрифугу, главное, я сделал. И это все, что я хотел вам показать. А так, с вами был Самоэль. Это было Let's Play Progress. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!